Все, вроде собрались. Время. 10:05. Поехали. Надо собираться. Ну, погнали. Поехали за орехами. Комаров море. О, уже на башке сидят кровопийцы малолетние. О, дедушка Ленин разложился на льду. Ждем пацанов. С добрым утром, страны. Вот так. Цветокоррекция самая то. С добрым утром. Кто там проснулся в 3 часа ночи? Потому что вставать в 4. Ай, кусают прям в голову комары. Ладно, мы поехали далеко и надолго. А где солнышко? Солнце еще не видно. Цветокоррекция. Еще солнца даже нету. Все в тумане. Как фильм же есть, это мгла, короче, по Кингу, видели? Мы не доедем, точно. Это все кончится плохо. Ладно, сейчас. Он все в тумане. Пацаны едут. Блин, неудобно подстраиваться под скорость, когда спереди едешь. Обгоняешь. Короче, едем без очков уже, потому что в тумане все это запотевает. Пацаны там вон сзади пилят. Это мы проезжаем в какой-то бое, не в какой-то бое за аэропортом, какая-то деревня. Все в говне, короче. О, сонный, спать еще охота, все. Ладно, мы пилим дальше, да и волки. Фу, горки. О, потом. Че, перекурим чуть-чуть, а? Вот эта горка, она противная. Там едешь вроде ровно. А под конец. О, все, попилили. Горку пока 14 идем. Пилим. Только 3-й километр трассы. Очень бодрое утро. Уже полтора часа пилим он. Решили с пацанами сегодня соточку скататься. До Иволгинского Дацана. Но кто был, тот знает. А, едем. Ну, какая гора красивая, Иволгинская. В тумане. Вживую смотрится гораздо лучше. Вон, Гагору фотографирую. Я тебе скину под... Угадай, где я, мы... И в Волге уже. Блин, шапка все слезла. И в Волге сейчас пойдем. Вон там какая-то церковь. До Дацана чуть-чуть осталось. Километров 10, наверное, или 5. Так что с добрым утром. Люди встают в 4 часа. А ты себе спишь. До скольки? Черпи-то. Претензии! Какие претензии? Ладно. Будем надеяться, что дождика сегодня не будет. Ладно, пацаны пока до магазина пошли. Сейчас перекусим. Время уже 8:00. Какие-то продукты. Вон хлебушек им привезли. Свеженький центр Иволгинска. Машинки ездят, люди уже ходят. Все проснулись. Каленого. 7 километров, Иволгинский Дацан 3. Вон они, Дацан. Он спереди, сзади едут. И я еду. И все мы куда-то едем по этой жизни.
размышляя о насущном под Битлз. Класс, офигеть. Страусинная ферма где-то тут. А вон там объявление висит. Но мы еще живы все. Да на солнце за окном. 8 часов. Приехали мы на Ошор Булак. Сейчас мы им добавим водички тут на родничок. Он как хлещет. Ошор Булак. После дождей, как его. Откуда он там бежит? Из земли же прям, да? Ха. А, вон сбоку ручеек. И тут оно все стекает в одно место. Прикольно, кстати. Это он, получается, из горы, да? Прям бьет. Но. Родник. Огородили все. Скажут, он курит на стоянках. Тут только и курить можно на стоянках. Мы вон воду набираем. Вкусная водичка. Ну и чё? Как вода? Холодная, а сильно? Не сильно. Холодная. Не сильно. Ну все, роллтон будем ей заваривать потом. Ну. А я-то почему так насобирал? Меня тащи прям. Нагреб грязюки. Но промазаться. О, рыжики он. А вон, обрезанный. Да наступил ты вон, но. Маслята. Вон прям маленькие маслята растут. Но мы не загребаем. О, рыжик целый. Ну-ка. А, срезанный. Но маслят валом, а. Прямо вон они, вон. Их и не собирают уже даже. Ладно, фу, дорога вообще. Одна грязюка. Пропускаем встречку. Фу, комарья. Фу. Все, последний. Догоняй. А, поточились дальше. Че, Дима, как дорога? Отлично. Отлично. Рыжики пошли. Кращи какие. Ладно, мы не будем его срезать. Классный рыжик. Нам еще вон топать и топать вон туда. Че, где пацаны-то? А? Вон дорога вся в дожди. Ну классный, прям симпатичный, вкусный рыжик. Вот он этот ручей. Сейчас уже меньше, чем по весне был. Но все равно дорогу перекрывает. А че, куда пацаны-то ушли? Они только выкатываются. Ручеек, ручеек наш такой. Скользит, а? Вот он и ручей через дорогу. Че, падаешь уже? Их реально много, пацаны, да даже не останавливаться их срезать. Такие рыжики. Ждите меня. Фу, вон лужи. Уже подъезжаем к озеру. Ой, там солнце же. Нельзя брать солнце снимать. А я там что-то обсуждаю. Где доширак заваривать? Поедем спросим. Её пиво надо.
это как это типа. Дихлофос, типа. Дихлофос 2000 года в России. Да? Ну, а я, короче, взял ветеринарный препарат же, забыл какой-то. А он от этих, Это рентгенолог, ветеринар. Рентгенолог, ветеринар. Я вообще не думал, что такие есть. Ну, нет, у нас это не дали. Это не поганки. Ой, не поганки, а поморы. У нас завтрак. Завтрак, завтрак. Сейчас поедем в Гильбери, короче, по лесу. Вон сидел. 11 километров. И там от Гильбери. Дошираком ставим. Все, доширак наш сварился, будем заваривать. Рюмка из-под дихлофоса. Хорошая. Ага, новый. А? Ну? Все, короче. Начались горки с грязью. Пошли. Идем. Вышли на беседку после водохранилища. Ну, горка километра полтора, да? Поднимались. О, а тут эхо. Эй! Пропустили два поворота. Теперь обратно в горку, с которой так весело спускались. Топаем ножками. Заколдованное озеро. Мы вокруг него никак не можем оторваться от него. Вон, в горку топать опять. Вброд, вброд, вброд. И что, нормально там? Нашли вон речку. Гильбери. Куда это называется? Вода еще пока есть у нас в рюкзаках. Жарко становится вообще. Скажи, что было здесь. Всё, тормозил мордой. Тормоза, говорит, берёг. Тормоза отказали. Дорогие тормоза. Опять фотографируют. Он там что-то, а? Блогеры, блин. Вон там утёс какой-то, гора. Вон сюда горы. Шапку сняли. Распустились. Да, ну сейчас посмотрим. Фотографирует опять. Ну так-то, блин, красивое место. Горы, дорога такая еще лесная. Чем ниже едем, тем жарче вообще прям. Ну или что солнце стоит. Ну вон те, вон красивые горы, кстати, там они эти. Вон тоже какие-то скалы. Скалы нависают. А кто тут ездил-то по дороге раньше? Вообще непонятно. Для чего-то же делали тоже. Начало. Ну это начало, да, наверное, только его. Вот такое вот оно. Как гильдербергское? Гильберийское водохранилище. Оттуда мы приехали. И горы вокруг. И жарко. Но купаются же, да, наверное, тут ездят? Да почему? Почему? А потому что там, сейчас увидишь, там такая... Да? Дырина. Ну, пойдем посмотрим, что там за дырина. Видишь, вот машина ездит? Но. Ну, по ней пойдем, поплати. Ну я-то думал, оно прям... А на карте-то оно большое, да?
оно большое? Ну, оно как это. А что за воронка, ты говорил? И отсюда видно, не? Закинь, что-то ездит. Стоянка, чай варят. О, чешется. Встать с палаткой вон туда и там жить. В мобилизацию. Такое вот оно водохранилище Гильдербергское. Гильдербергское. Жарко, мы переоделись. О, мушкара доедает. Вот. Доехали в этот раз. Это сброс, но. Не, поехали вон там. Я помню, плотина, я на машине приезжал и все. Ну поехали, посмотрим. Купание запрещено у нас. Просто у нее сейчас воды мало, она это и не функционирует. А, вот. Нормально там кто-то палаточку поставил. Загадаю. Ничего она не бетонная, она земляная дамба. Люди отдыхают, он мечтает. Дорога, конечно. Не въехать в нее. А, вон он чего бежит, а. И к ним туда. Но нету воронки, наврал. Да знаю я, потому что. Ну ладно. Ура, мы доехали до водохранилища нашего бурятского. Молодцы. Спустились. Наши папарацци все снимают. Что, проедешь тут? Она. А у них правда запрещено купаться? Но вот прям опасно для жизни. Ну, я ожидал большего. Ай, красавец, ноги мокрые. Хорошо. Озеро Торма. И горки около Тормы. Ну, вон такое оно. Со стороны Хурумши. Солнце печет, градусов 30. Горки. Красота. Жир плавится, дорога делается. Ну, что-нибудь там придумаем. Пацаны вон крутят в горку. Бросили меня, паразит. Я на Торме еще не был. Надо как-нибудь съездить, порыбачить на нем. Ладно. Перекур. Подъезжаем и перекуриваем. Песок, гравий. Ты ради этого шел, чтобы нас фотографировать? Это, говорит, маленькая горка тут вообще. Нифига тут так-то метров. Сколько? Ладно, у нас перекур закон. Вот, озеро Торма. А там Арангой дальше, там дальше. В теньке. Видео снимаю. Совсем меня заклинило. В теньке посидеть. Три раза горы. В смысле? Ну вот, мы поднялись опять в горку. Опять будет? Не, сейчас-то не будет. Я откуда знаю, что помню, вы 5 лет нас на машине приехали. Да, мы беспонтовые, короче. Тогда с батей вдвоем не здесь ездили? Нет. Шамар. Там ездили. Арангой, мы вот за той горой, ой, блядь, за Тормой. Вот Торма. Вы по Селенгенерен, да, там ехали, не? Ну, мы в Арангойскую долину уходили, вот за этой горой, прямо за ней долина. А вон трассу, что ли, видно? Не-не-не. Вон трассу видно. Ну вон, езжу да. Езжу я нахрен. Вон там мы были. За закусочной там уже где. Да. Закусочную. Вон видно, вон они машины блестят. Асфальт я вижу. Да, я его тоже вижу. Вон она. Дорога-то идет. Ну все, мы перевалили горку с коноплей.
Я тут море, он вообще всюду конопля. А вон и Ингажинский, да, Дацан там вдали за рекой. Ну, как бы все. Все, я поехал пацанов догонять, это они опять меня бросят. Крутые горки. Блин, солнце-то где? Крутые горки, короче, вообще нормально так. Кто ездил, то знает. Ну, от Арангоя в сторону ключей. Жопа уже болит. О, едет наш он. Потихонечку гребем. О, змея. Она такая маленькая, это вообще, а? Да, ну там все такие. Ну нафиг ее ядовитую. Ну она реально ядовитая. А я все думаю, что за блестяшка лежит. Устал нас ждать. Все, мы доехали до кафе. Че, пожрем, сил наберемся. Какой итог? Жарит. Давай, да. Короче, или тут юрта Борисан. Либо там он где-то. Вон коняшки ходят жопами. Ну поехали туда. Скамейка. Пошли заказывать, припарковали коней. Они работают у них тут? У них тут не работает ничего. Кроме той. Короче, это кафе закрыто на спецобслуживание. Какая скотина делает свадьбы в воскресенье? Ну так. Лошадиный хер нам дали, блядь, ничего больше. И все, и тут больше ничего не работает. Водички выпьем и поедем вниз, не соло нахлебавши. Так тоже бывает. Очень печально. Все сидят грустные. А кто-то им пошел минус закладывает. Да. Минер ушел на спецзадание. Наши старые добрые ключи, которые нам столько приключений принесли. А чё один, а где второй? Опять мы в этих ключах, ё-моё. Продают змеев. Уже город видно. Ура! Город видно. Подъезжаем к дому. Он вдалеке. Саган Марин и ТЭЦ дымит. Родной Улан-Удэ. А где наш? О, едет там где-то, наверное. Под солнцем. Нифига ж не видно напротив солнца. Короче, перекусим. Сейчас тут. Вон они, вон там были, походу, где первый памятник. Попьем чай, да поедем дальше. Вон кучевые облака, такие высокие, большие. Ну все, у нас маленький обед. Мы не пьем, у нас только сосиски, сыр, апельсины, мандарины и квас. Ну все, мы уже в Евалге, уже город рядом. Наше приключение закончилось. Фу, жарко. А, прям в глаза капает. Все. Наше путешествие подходит к концу. На этом мы с вами, наверное, вынуждены попрощаться. Ну, если пацаны еще пиво пить не будут, то, наверное, все. Всем пока, спасибо. Но хотя все продопингованные.
Мы едем, мы едем, мы едем по набережной теперь. Тут, оказывается, есть дорога. Только тут держаться надо двумя руками. Сейчас будем держаться. Ох, привет, твоим. Такая вот дорога у нас. Пацаны пока в сад. А мы тут едем по набережке. Одной рукой, с довольной рожей. Вон стала луна. Хороший был день. Насыщенный. Сбылась мечта. Съездили на Гильберей. Посмотрели, как он там без нас. Теперь едем домой. Наконец-то мы в городе. Вот тут и, наверное, тормознем с пацанами. Мы решили выпить пиво, но тут были комары, а они нас выгнали, да? Да. Комары за здоровый образ жизни. Попили пиво все искусанные, даже спрей не помогает. Ну так, мы заканчиваем, где и начинали, в центре города. Сегодня мы проехали сколько? 143 километра. 700 метров. Вот я, он, еще один где, вот он. Тут у нас люди потерпели два раза фиаско. Такая. Ты у нас падал сегодня, нет? Я не. Я на колесе там проскользнулся раз. Ну. Я не падал, я тормозил. Выпьем за вот так ветеринарию. Да. Все. Пишется ветеринарии и в конце.